Встреча киевлян с турками в Стамбуле проходила в рамках ответного матча второго раунда Лиги чемпионов. Турецкая команда Фенербахче оказалась в меньшинстве и начала проигрывать. На 57-й минуте счет открыл динамовец Виталий Буяльский. Кинзора відразу намагався обіграти суперника, передача м'яч у ворота! Турецкие болельщики не растерялись и вспомнили президента России. 40 тысяч фанатов хором стали петь имя Владимира Путина. Однако в этот раз победу все же одержал киевский клуб со счетом 2-1. А возгласы «Владимир Путин» могут обернуться проблемами для обеих команд. Турецким фанатам и клубу грозит наказание от УЕФА, если будет усмотрен политический подтекст. Ну и тренеру украинской команды, возможно, придется заплатить штраф. Мирча Луческу не пришел на послематчевую пресс-конференцию и прокомментировал то, что происходило на трибунах. Он сказал «жаль» и что никто из футболистов не ожидал подобных скандирований.